четверг синоптики обещают небольшое похолодание. И не забудьте взять зонт, к нам идут дожди. 16 августа в Сарове в течение дня велика вероятность осадков. Утром плюс 18, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Ночью плюс 15. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде пасмурно. Утром плюс 19, днем возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 22. Ночью плюс 15. Ветер западный 3,6 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В столице облачно с прояснениями. Утром плюс 17, днем до 22 градусов тепла. Ночью плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.